Волгограде продолжают активно развиваться междугородние авиаперевозки. Так, с 12 августа начал действовать прямой рейс между Волгоградом и Минеральными водами. Для того, чтобы очутиться на Кавказе и полюбоваться его красотами, теперь понадобится всего лишь 40 минут. Развитию внутреннего туризма сегодня уделяется особое внимание как на региональном, так и на федеральном уровнях. Для того, чтобы жители знали не только заграничные курорты, но и отечественные достопримечательности, сегодня разрабатываются новые маршруты, а вместе с тем развивается и транспортное сообщение. Буквально за весенне-летний период из Волгограда открыли сразу 8 новых направлений, среди которых рейсы в Симферополь, Казань, а с 12 августа выполняются прямые рейсы до аэропорта Кавказских минеральных вод, от которого рукой подать до популярных российских курортов Ессентуков, Пятигорск и Кисловодска. Рейс будет выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и пятницам. Рейс будет вылетать в 12 часов дня, очень удобно. Рейсы выполняются на самолетах канадского производства CRJ-200. Очень комфортабельный самолет, небольшой, 50-кресельный. Однако самолет не уступает по характеристикам своим большим братьям. Вместе с волгоградцами в полет по новому маршруту отправились и журналисты. Время в пути составляет всего 40 минут. Пока рейс до Минвод перевозчик рассчитывает осуществлять до конца октября. Этот маршрут стал 4-м в рамках программы субсидирования межрегиональных перевозок. Ее правительство России утвердило в марте этого года. Основная суть в том, что государство субсидирует авиакомпании до 50% стоимости мест, и перевозчики благодаря этому имеют возможность продавать билеты дешевле. Всего на развитие данной программы регионам в 2014 году было выделено более 3,5 миллиардов рублей. Кроме Минвод, из волгоградского аэропорта субсидированные рейсы выполняются в Ростов, Казань и Краснодар. А значит, волгоградцы могут попасть в эти города быстро и без серьезных затрат, ведь цены на билеты на эти направления сопоставимы со стоимостью других видов транспорта.